Всем привет, дорогие зрители! Мы начинаем нашу воскресную трансляцию. Сегодня будем для вас показывать замечательный турнир Lords of the Point. И, да, нам не помешают небольшие технические помехи. Да. Эконом у нас сегодня решается. В общем, дело такое, выйдут ли ребята, одни из которых присутствуют на карте, в плей-офф или нет. Комментирую данный бой буду я, Антон Чертик Витик, и мой напарник Ваня BDP. Привет, Ваня. Женя. Прости. Привет, Антон. Да, прости. Да, у нас сегодня Кунгур, дополнительная карта за выход в плей-офф. Да, можно команда озвучить у нас состав Мастер команды. Сыграет, а вторая команда кто? Дивизионы, будем просто их называть. Дивизион, хорошо. Играют у нас такие ребята, как... Представлю ребята из Pro Masters. Это Мистер Blackjack, как всегда, Pro, Алекс 517.ru, Мишани, Енотик, Элита и Your Mind Line. Это же те? Да. Так, ты назвал Pro Masters, да? Да. А за дивизион будет играть Zucker, A-Hit from the Shadow, Sensitl, Falcon, Ласки, Сдроба, Климрот. Так, ну ребята за красных, которые играют, уже три точки заняли, в том числе и центровую, которую всегда борются, это точка на мосту, точка D. Ребята играют через, по-моему, два титана. Или один все-таки. Сейчас жду еще один респ. Да, все-таки два титана, это один пулемет и твинс. Такие как дивизион играют через твинс и... Что второй у них? Гром, по-моему, был или что, я не заметил. Видели мы уже игру этих ребят на карте Иран. Они разошлись ничьей. Не в ничью, да? 2-2 у нас был счет, да? Да, 2-2 сыграли. Ну, теперь играет у нас они Иран и... Ой, Иран, говорю. Играет Кунгур, и здесь, конечно... Посмотрим, здесь все-таки стороны так, как таковой сильной, в принципе, нету. Все решают, где отреспишься. Если кто-то думает, что синяя сторона сильнее, потому что точка Б близко, ну, я бы так не сказал. Точку Б с красной стороны очень легко отжать. Как-то жмутся синие что-то на точке Б. Промастер сдавит немножко. Ты сдержанный, я так скажу, Жень. Они прям агрессивно давят, я бы сказал. Сейчас раздали неплохо у нас овердрайв на мосту. С подходов синей как раз таки базы. Хоть стоит отметить, точку А забирает Клемрот в одиночку просто. Никто его не видит, даже элита. Вот сейчас только заметил и начинает его сливать. Что по резистам посмотрим. Титан находится сейчас просто на респах красных. Как он сюда добрался, неизвестно. Ну и я думаю, сейчас они могут отжать спокойно мост. Хотя там присутствуют резисты как раз таки от вулкана. Это будет делать сложно, если Изиду не слить. А Изиду слили, и теперь задача упущена. А не знаю, почему он не юзнул овердрайв. Он мог, в принципе, сохранить позицию свою и помочь тиммейту. Сейчас резист на резист. Подбегает фриз, но от фриза там есть защита. Чуть-чуть аптека спасает. Изида может успеть. Нет, не успевает. Ну, енотика доливают. Счет 13-3. В принципе, видно, кто пока что доминирует. Да, русский коллектив у нас доминирует пока что. А ты что-то имеешь в виду? Имеешь против поляк? Не, поляки топ. Я это уже говорил, когда играл Иран. Ну, есть такие ребята, которые юзают сначала ДДшку, потом уже другой, остальной дроп. Это мне не нравится, что в одной команде, что в другой.
Есть такие ребята. А как ты против, за то, чтобы с респани труп прожимать? Этот тебя А, не труп? устраивает? Ну, У если дерда никого сейчас можно рядышком нет, ну продать. там сколько, секунды 3-4, наверное, до дашки, если сначала не труп взять, потом... Да. Ну да, в принципе, да. Ну и то, если даже загорелся у тебя уже да, то есть не стоит с респа прям прожимать да. Если ты не играешь в открытой местности, здесь на Кунгуре респы не в открытой местности, поэтому от рельсы ты не получишь плюшки никакой. Спокойно можно доехать до ближайшего выезда из кустов, назовем это так, и там уже только да, прожимать для того, чтобы как можно дольше сохранить время действия расходников. Ну смотри, дивизионы немножко догнали все-таки мастерсов. Еще нужно отжать точку D на мосту. Она, видимо, самая главная здесь. Не, ну знаешь, я бы назвал точку E главнее, чем D. Просто что-то вот у них не получается, и точка D какая-то все время, понимаешь, все тяжи отправляются на точку D, ребята из промастерсов, да, два титана туда все время засовывают, и, соответственно, противник также это и делает. И весь основной бой как раз-таки на мосту происходит. Хотя мне нравятся, знаешь, вот резисты этих ребят. Вот эти, которые вначале были. Вулкан. Я заметил, что на точку D всегда ездит Изида и тяжелый корпус. Сейчас обидный был минус. От своей же Изиды Вулкан упал у нас полежать, отдохнуть. Ну ничего, отдохнут промастерсы. А поляки немножко поатакуют. Неизвестно, куда поехал у вас Титана Твинс. Не захотел он Изиду слушать и да, погиб. Ну, дивизионы все же догнали, ребят. Вот этот резист граффити, который находится... А, я думал, это новый резист. Нет. Старенький вот еще у Ямалайна есть вишня. Я почему-то считал, что у них новые модуля. Ничего. Да, граффити, вишня. Вот эти сочетания, твинс, пулемет, они безусловно важны. Кстати, им бы здесь вообще подошел новый резист, не помню, Урса или как название, там твинс, изида, пулемет. Вот тут, конечно, на мосту, раз они так играют, было бы неплохо вообще. Хочу отметить, кстати, за промастерс играет этот страйкер. Нужен ли он здесь? Ну, если бы он грамотно играл, знаешь, вот тебе нравится его игра? Мне так не очень. Ну да, как-то вяло. Рикошетом накидывать моста, конечно, то, что надо. Надеюсь, устройство есть. По-моему, устройства у него как раз-таки не было. И урон не полный проходил. Хотя от рикошета у ребят из польского коллектива, резистов, я бы сказал, почти нет. Один я видел. Это Твинс Рикошет Молот, и он находится, по-моему, у сброи. Даже больше уже становится, да. Как же промастера задавили. Просто 4 точки. Да, 4 точки. Точку Е надо дозабирать. Как всегда, просто это сделает. И сейчас на точку С надо выдвигаться. Васки, в принципе, может туда ехать, нет, а хочет Мишаню досливать, хотя Зида сзади знает, есть. Кстати, если вспомнить Иран, дивизионы всегда сохраняли под конец овердрайва. Вот остается минута или полторы, они сохраняют овердрайв и просто давят. Что они сейчас делают? 5 точек, 35-19. Да, неплохой напор, еще аптеку забрал Ямайн. Exit from the Shadow будет забирать точку С. Их просто держат на респах. Ну, знаешь, если ты забрал все 5 точек, может на Титан спокойно приехать, и кто тебе помешает. Главное, поочередно врубать овердрайвы, и уже ничего противнику не поможет. Изиду отделять, главное, от союзников, и все. Не знаю.
Чё-то пока мне не нравится, как играет у них Фрис, у Дивизион. То есть только Фриз тебе не нравится? Нет, еще так, кто у них еще? А вот то, что у них есть викинга-пулемет, ник не могу точно назвать, по-моему, Клемрот, да, Клемрот 11, то у него резист от двух продувов и молотка. Ну, но остается у нас 30 секунд, и пока что у дивизионов 3 точки, хотя Цет сейчас отожмут. Очень сложно им будет, кстати. Неплохо. Как вот Алекс отыграл. Хорошо сработал. Еще раз будет наводиться. Будет снимать молотка, скорее всего. Да, супер действует. А, забрали. И все-таки промастерсы выиграли этот раунд. Да, заслуженно, заслуженно. Хочется напомнить, что сегодня у нас бой за выход в плей-офф. Кто только подключился к нам, ребята сражаются за то, чтобы быть участниками, продолжать быть участниками турнира Lords of the Point. Также после этой трансляции у нас будет танковый биатлон от группы ВКонтакте. Так что, знаете. Да, это эконом спрашивает нас в чате. Получается, ситуация у нас какая? На первом месте у нас вроде как Лимеренс в их группе. А они, у ребят из дивизионов и промастерс равные очки, там вроде как по 7. И у них дополнительная карта Кунгур по правилам. Ну, ты закончишь. Я тебя жду. Получается, да, сейчас они будут сражаются за место в плей-оффе. Ну, вот посмотри, как играют ребята из польской тимы и ребята из промастерсов, да? Как они качают овердрайв. Ну, в принципе, через вас по Твинс все логично, мне нравится. Как раз таки синие, в данном случае промастерсы, пытаются покачать, но поляки, как говорится, не пальцем деланы и подставляются под урон, так и далее. Да, не хотят. Грамотно играет, в принципе. Это же нарушение, если он убьет чужого. Ну, не настолько сильное, но все же, да. Ну, знаешь, это такие хитрые моменты, я бы сказал, подлые. И некрасиво так делать. Дроп, кстати, не так много собрали. На центре остается дроп еще, ДДшечка. Вот Алекс будет ее подбирать. Сейчас сразу заберут у нас красный А. Титан правильно поехал на Д. Тут и пулемет его уже будет встречать. Резиста как раз-таки от этой пушки у него не имеется. По пушкам сейчас посмотрим, что-то поменяли. По сетапам. Нет, по-моему, так все осталось. Они вообще что-то меняют? Точку, да, непонятно как. А, не вот знаю, я тут не вижу смоку за красных. Поляк, есть смока? По-моему, у каждой команды по одному титану, или мне показалось. Видишь второй титан у каждой команды? Я что-то его не наблюдаю. Так, а вот есть у поляк я вижу один титан. Да, у поляков как раз таки... Да, у поляков один титан, промастерсы играют через два, как и до этого. Ну, они победили в прошлом раунде, поэтому что их осуждать. Хотя поляки сейчас, например, 5 точек держат. Ну, как говорится, это только начало и не стоит расстраиваться. Вот красная сторона, она вот как-то, не знаю, легче отжимает точки, что ли. Ближе к точкам, ну что как-то они активно вот... Сливали, а вот за красную они так жестко прям заиграли и отжали 5 точек сразу. Ну, красная сторона сильнее, как ты считаешь? Жень? Так, а у нас здесь пенальти есть, получается, если они сыграют 2-2? Конечно, будет играть пенальти, насколько я помню.
Они так будут продолжать на Кунгуре играть, просто, ну, просто пятый раунд начнется. Карта не Хорошо. поменяется, это и так пенальти. Ну это как бы дополнительная карта идется. Да, то есть неважно, какие вы там играли, Бонни, Ираны, Вольфенштейны, играем Кунгур. Да, правильно, наш оператор подмечает, в пенальти будут пенальти. Ладно, хорошо. Ну вот смотри, 14-3. Пока Ну, что все это только неплохо. начало, понимаешь? До этого было 5 точек, поэтому сложный счет. Сейчас отмотаются все для синих, я думаю. Они уже собрались. Точку Д надо досливать. Изида туда одна мчится. Правильно, правильно, вот Изида делает. Надо брать остальным Изидам пример с этого. Я думаю, кто-то понимает, о чем я говорю. Надо ждать своего тиммейта. Тиммейта на Титане. Иначе для чего ты вообще существуешь, Изида? Придется иногда подождать. Терпеть, У как тебя Бромастерс бьют. есть 3 овердрайва, они что? Нет, правильно, сначала один овердрайв юзнули, теперь сейчас будет второй, наверное. Ну, знаешь, вот поляки 3 точки опять держат, хотя сейчас теряют, да, будет переходить все к промастерсам 4 точки Бромастерс даже. грамотно юзает овердрайв, молодцы. Ну, видно, что они как-то подготовились, видимо, много играли ТКВ. Сейчас, я Сейчас будет думаю, 5 точек за ними. Надо вперед выдвинуться и там минки поставить на мосту, будет логично. И Изиди использует овердрайв. Блин, ее слили. Да, не очень комфортно сейчас будут титаны себя ощущать. Главное Изиду досливать, которая сзади, кстати, хотите отметить. Точку А забирает, знает, что ее хотят слить и выжидает. Да, молодцы ребята из поляков, нормально. Ну это будет, скорее всего, да. Две точки. Хотя сейчас Титан прыгнет на точку Б. Но все же Промастерс отожмут точку Б и будет. Так, С и Е. Енотик неплохо заходит и без дропа уже отжимает точку Е. Дроп у нас на центре есть, можно проехать его собрать, как раз таки и нотику, но он, нет, он собирается в тихорянка. Забирая точку С, гифтида надо добивать, и на Д уже двигаться титаном, элита, смешаний. Да, сложно, знаешь, титаном вот с этого подъема сначала подниматься, потом обратно на мост, а красный уже тут. Ну, все реально, я считаю, все реально. Рельсу, да, рельса сейчас больно сделает Изиди. Но, тем не менее, они выжили, и надо ехать вперед. У Изиды быстро набирается овердрайв. Овердрайв надо заюзать. Потому что так глупо держать на Изиде овердрайв. Пока что я не понимаю, нужен ли страйкер про мастерса. Ну, знаешь, да, все-таки страйкер здесь не актуален. Он как-то наносит мало урона, смотря по очкам. Плюс дает Это, дамаг я думаю, себе. Урона здесь как раз-таки много можно наносить на страйкере. Все зависит от того, что попадает ли он. Потому что на страйкере играть надо уметь. Вот сейчас у нас залетают наконец-то ракеты, правильно. Точку А забрали, на точке Е все супер, Д под контролем. Ну, в принципе, возвращают себе они так, большинство. Пока что вижу два овердрайва на карте. И красные сейчас будут давить, жестко давить. Да, элита у нас, ну, в принципе, сейчас страйкера никто не смотрит, можно и навестись, зачем одиночными-то стрелять. Сейчас уже поздновато это делать, теперь рельса неплохо так побьет. Точку Д, что с точкой Д у нас? Джиги боится мишаня, хотя защищен от Джиги, да, странновато. И так, заканчивается дроп у Изитки. Да, сзади подкрался фриз, никто его не видел, Изиду будет сливать, и надо ему помощь оказать. Помощи пока нет. Енотик там, как всегда, зарешал, две точки забирает. Единственное, что он на фризе это делает, понимаешь? Он на массовом пушке и забирает... Это хорошая работа он делает, забирает две точки. Но это фриз. Если бы это делал какой-нибудь рикошет, который мог бы в это время наносить урон, это было бы лучше. Как же долго живет этот
Титан на точке Д, ну, наконец-то слили его. Да. Это дает времени этим промастерсам занять еще две точки. Счет у нас 18-20 в пользу как раз таки команды из Pro Masters. У поляков, тем не менее, сейчас 4 точки будет, Б они забирают, и Элите надо выдвигаться на точку Д. Ждет он Изиду. Ты посмотри, сколько у Pro Masters овердрайва. 4 овердрайва. Ну, видно, они хранят его на последнюю минуту, хотя это не совсем верно. Сейчас Васки может занять точку С. Да, смотри, сзади они пытались поляску слить. Поляска это Титана Твинс. Слить не пытались. Посмотрели в 4 корпуса назад, а сзади стрелов со своей базе ехал. Неужели 4 это 4-5 точек за поляками? Да, это 5 точек за поляками. Где же атака? Ждет. Ну, видишь, они сохранили овердрайв. Что они сейчас будут придумывать напоследок? Не знаю, 2 Я думаю, до что конца это будет можно прям жесткая последняя минута. Или полторы даже. Ну, знаешь, такой взял и 5 точек отжал. Ну, в принципе, и 3 хватит. Точки мотаются у нас быстро. Главное заранее это сделать. Сейчас, ну, Алекса... поляки пока оторвались. 29-18. Это уже так-то нормально. Еще плюс 2 точки держатся, как минимум. Да, Алекс сейчас будет точку Е забирать, Б под контролем. Само это время будет 4 приехать точки. Изиде, сейчас точку Изиде. Отожмут, все, будет 5 точек. Они... Ну, Изида, надо Изида срочно к двум титанам, иначе это плохо. Титанов сольют, и в следующий раз подняться будет сложно. Мишань, да, не высовывайся, это пожалуйста. Точек. Нужно полякам что-то сделать, пока они лидируют. Алекс минус подпевает. Один. Алекс подпевает. Вот Алекс может зарешать. Надо на двоих уже овердрайв юзать, я бы юзнул на двоих все-таки. Да, согласен. Да, сенситив добивают. Сброя будет точку Е в одиночку забирать. Б надо возвращать. Но тут уже красные спешат. Б они возвратили, но там Титан, там 4 корпуса. Б даже не едьте туда. Давайте Е, Д и С. Угу. На точку С буду забирать опять 2 викинга. Ну, очень тяжело, едут. Очень тяжело. У них там овердрайв на точке А. Они втроем там разберутся. Ну, элита просто на пулемете стоит, ничего не делает. Я бы помог уже. Что-то нажал пробел уже и нажимал. Сброя сзади будет заезжать, надеюсь, кто-то из тиммейтов ему скажет. Нет, просто в сухую забирает точки Д. Ой, ужас какой происходит у нас. 25-28. Вот последняя атака сейчас будет. Кто зарешает? Ну, мне кажется, все-таки промастерсы поувереннее. Точку А сейчас они. Васке отожмут. Нужно. Хорошо, точка А отожмут, ребята. И точку С, а точку Д отжали. Ну да, тут явно победа будет промастерсов. Это такое ощущение. Хотя Васки не досливали, точку Д будут забирать, Б тоже переходит под контроль. 10 секунд. Точку Д заберут, на Е кто-нибудь прыгните. Б теряют обратно, эх, Б теряют. 3 точки забирают, и что у нас, 1 секунда? И не успевают. Да, и повезло, это у нас все бы секунду. Получается 2-0 по раунду. Да, 2-0 у нас на табло, и пока что лидируют у нас промастерсы. И как они это грамотно сделали? У них было 4 овердрайва, и они его не юзали. Они ждали, пока будет до конца 2 минуты. Ну, знаешь, вот мне, конечно, не понравился. Я не могу понять, они вроде на голосе, но тактически они друг другу не говорят, где какой корпус. Вот, например, уже не первый раз мы видим, как на мосту ребята с кем-то разбираются, а сзади подбираются корпуса, просто в сухую забирают точки, и так, это уже не первый про раз. Про какой клан? Про мастерсы, я про мастерсов. Поляки с этой стороны очень хитрые, то есть они, ну, они бы не были настолько хитрые, если бы хотя бы про мастерсы видели их. А так про мастерсы как будто камера с одного положения играет, и все, никто ничего не замечает. Ну, дивизионы лидировали на 13 точек. Это уже как бы немало, до конца оставалось 3 минуты буквально. И как же они закомбэчили, оставив этот овердрайв. Это просто красиво. Ну, хотя тоже рисковали. Да, рисковали они очень серьезно. Я не думал, что, конечно, все-таки победят у нас ребята из промастерсов с такой игрой. Мягко говоря, не очень. Победили все-таки они в этом раунде. Кстати, хочу напомнить, промокоды будем разыгрывать, розыгрыш у нас будет в конце этого боя.
Разыграем для вас промокоды. Не забывайте подписываться на канал для участия и открывать настройки приватности, где стоит снять все галочки. Для абсолютной прозрачности ваших подписок на каналы различные. Ну, интересно, к третьему раунду очнутся уже дивизионы, будут играть нормальную игру? Нормально, ты в смысле имеешь в виду, что овердрайвов пару оставят на конец? Или что? Да, ну, не совсем. Как-то играть более командно. Они пока что не совсем показывают хорошую игру, которую я хотел видеть от них. Так, что у нас? Титана Смока, Титана Вулкан за ProMasters. По-моему, Алекс сейчас сразу выдал у нас с помощью страйкера массовый урон, но никого не слил, насколько я видел. Точку Д пытаются сливать, там, ну не, Зида, я думаю, зарешают все. Прострел, конечно, по ней должна рельса выдать, дотерпеть, сбили рельсу, печаль. И вот смотри, знаешь, вот красным более, значит, все-таки красная сторона здесь все-таки сильнее, чем синяя, как оказывается. И ребятам проще играть, насколько можно видеть, они хорошо себя чувствуют и уже на точке спокойно доминируют. Д. Ну, еще мне не совсем понятно, почему они в один титан играют дивизион. Ну, видать, так решили. Аж Твинс поехал на точку Е. Ужас какой-то. Почему Твинс, не пулемет? Пулемет-то у нас... Ух, навелся, как Алекс жестко навелся, но успел свернуть сенситив в другое место. Блэк Джек будет разбирать сенситив. Кто кого, рельса на рельсу и... Ну, здесь что-то, мне кажется, сенсив проиграет. Там еще аптечка, интересно, Блэк Джек видит ее? Ну, наверное, видит, но не заберет. Минус один. Да, минус один, три точки под контролем промастерсов. Агрессивная атака на АД, но кто сольет вулкана, которого лечит Изида? Наверное, никто. И три корпуса прямо на большом мосту. Нужно... Только что у нас элита стрелял по своему титану. Это было так интересно, его так зажали. И урон проходил не по тому, кому надо. Это в бою, где наносится урон по своим, немаловажно. Занимает точку Д, эту важную точку на мосту. И Сенситив лучше бы занял точку Е, но он поехал на А. Странно. Угу. Гефит видел рельсу, слил, точка С под контролем, надо выдвигаться на точку Е. Поляки, давайте поджимаем. У вас еще целый раунд. Надо отжимать точки. Алекс забирает точку А, ну видишь, не снимают они все-таки страйкер, значит, он им нравится. Если бы было по-другому, они, я думаю, сняли. Вероятно, у них по одной пушке и корпусу в гараже. Хотя я сейчас бы отдел за дивизион второй титан. Может быть, зашло, кстати. Как раз на точке Д, вот побороться с двумя против двух титанов, как раз бы. Ну, насколько я вижу, очень мало ребят, вообще, я слежу, за три раунда поменяли резисты от пушек. Потому что пушки-то особо не меняются, они на одном и том же играют. Пушки вообще не меняли, видимо. Да. Четыре точки за красный коллектив, а это промастерсы. Я бы одел еще гром попробовал. Без сплэша. Сейчас Васки может отжать точку С в одинокого спокойно и поехать на точку Е. Да, неплохо, неплохо. Точку С отжал. Да, кстати, Sensitive одевает у нас, что ты думаешь, страйкер. Парень взял все-таки страйкер. Алекс подал ему хороший пример, это Бика страйкер. Интересно. И как же он разобрал Титана сразу на большом мосту? Неплохо. И точку А с города Фалькон зашел, отжал точку А. Неплохо. 16-13. Не такой же большой отрыв.
Да, знаешь, вот если использовать все-таки страйкер, если на эту тему порассуждать, пока у нас ребят забирают точку, если использовать страйкер как раз-таки сбоку, где никто не может сбить прицел, и снимать как раз-таки ребят, которые на мосту стоят, то это неплохая идея, и там массовый урон, Да. конечно, И своих не вот как хорошо повредит. сейчас Изида играет за дивизион, лечит Титана до конца. Страйкера слили, остался один Титан. Титана тоже, видимо, сольют. Да, сольют и будут держать точку D еще немножко. Хотя здесь есть Блэк Джек. Да, закрепляются ребята из поляков на синей точке Е. Сейчас Sensitive должен Д разбирать. Смотри, как он неплохо так устроился. Знаешь, прям сложно ему сейчас с мака будет сбивать прицел, хотя не так. Так, Фалькон должен отжать точку С. Точка Е. Так, Гифты тоже на рельсе хорошо отыгрывает, кемперит прям центр. Ну, ты Немножко. уверен, что это хорошо для рельсы, что он прям на одном месте застыл, не ездит вообще по точкам? Я считаю, это Может, он плохо. контролирует точку Е, я так понял, что он всегда на точке Е отыгрывает. Старается. Ну, дело такое. Я бы так не, конечно, не использовал рельсу в команде, что это за стоячая рельса. Мне вот интересно, что под конец раунда приготовят нам ребята. Будут ли бесконечные овердрайвы или нет? Ну, точку D сейчас у нас происходит контроль на точке D. Как кинули в минус неплохо Зиду, она выжила, аптеку будет забирать. Хорошая работа. Ну пока что тяжело, тяжело блякам что-то сделать вообще. Будет. Отжимает обратно точку B. Ребята из Pro Masters E енотик не дал забрать. Енотик, кстати, в хорошем резисте. Сидит два продува, это же Г. Фриз Твинс. Неплохо для этой карты. Хотя бы то, что он защищен от продува, который его будет доставать, это Но уже Васки хорошо. сейчас отожмет точку Е, точку Б отжалит. Нужно что-нибудь сделать с центром, и будет неплохо. Ну, там мы разобрали и сброю. Фалькон будет заходить на свои жиги на точку А. Успеет Вообще ли мне не он? нравится, вот как играют продувы за обе стороны. Это я, конечно, понимаю, что они там побеждают и так далее. Но Жига в одиночку ездит куда-то не в толпу. Фриз ездит у них постоянно на точку Е, С. Это я говорю про ребята из Pro Masters. Ну, неграмотное использование пушки. Так, пока что раз, два, два овердрайва вижу за Pro Masters, один овердрайв, хотя не юзнули его. В основном Сейчас будут решать поляков разберут последние надо, да? минуты. Ты вообще веришь в победу поляков? Да, конечно, верю. Если они сейчас грамотно все сделают под 1,5 минуты к концу, и отожмут хотя бы 4 точки, то вполне возможно. Сейчас сброя должен нажимать точку D. Хотя там Зида и Титан. Да, Жигу, я думаю, сейчас разберут. Не будет он овердрайв юзать на одного, потому что это глупо. У промастерсов, кстати, 3 овердрайва, у дивизионов 4 овердрайва. Вот сейчас будет мясо. Снова Жига подъезжает на центральную точку. Юманлайн одевает у нас модуль под названием Prodigy. Давно его не видел. Здесь у нас на турнире. Так, Твинца надо разобрать еще у нас срочно, и Изида потом будет уже рельсу. успевать лечить? Да, успевает. И прям 3 корпуса. Изиду сливают. Изида овердрайв сохранит. Да, сохраняет. И пока что у нас 29-22. Енотик пытается рикошета разобрать. Элита спрыгивает вниз, будет помогать на точке Е. Все правильно, потому что мистер Дичь у нас остался на Д. Будет в одиночку разбирать поляка. Так, точка Е потихоньку отходит обратно. Элита, надо енотику помочь. Надо помочь. Куда ты уезжаешь, енотик-то? Так, что у нас? Нужно как-то Изиду слить на большом мосту про мастерса. 5 точек отставания, 5 50 точек. секунд. 50 секунд, и вот сейчас у нас как раз-таки точка D уйдет за ребятами из Нужно поляков. сразу ехать на точку А. Быстрее, быстрее, ребят. Или на точку Е.
Ну, почему-то Титан остается, а точку Е будет забирать Изида. Ну, думаю, в этой ситуации все правильно Господи, они делают. ребята. Ну, все равно три точки находятся за промастерсами. И не забывайте, форма в чате уже скинута, можете заполнять. Возможно, это конец. Ну, это конец. Это Не, еще не конец. конец, еще 30, 20 секунд есть, Е забирают. Точка С обратно входит, ну да, сейчас Д заберут. Еночка, я Там думаю, еще так и быстро не отдаст овердрайв Е. есть. 12 секунд до конца. Ой-ой-ой, промастерсы кинули точку Б, Д, сейчас могут Д потерять. 4 точки 4, нет, за ну Б, да, поляками. отожмут. 31, 32-30. 30. Ай, в Вау. одну точку, молодцы, молодцы. Выигрывают такие промастерсы. Жесткий, жесткий конец был. Ну там даже если бы 30-30 было, там уже, в принципе, без разницы. А если перемотало, конечно, повеселились Ну, бы это мы. было бы вообще эпик. Да, сейчас мы уйдем на небольшую музыкальную паузу, буквально пару минут, и вернемся. Заполняйте форму.